Здравствуйте, меня зовут Главана Оксана Валерьевна. Я обратилась к представителям чеченской диаспоры в Тульской области и с просьбой о помощи, так как на в отношении нас было совершено такое, можно сказать, преступление. Шантажировали нас, вымогали деньги. И эти лица представились лицами чеченской национальности. Приехала группа, отреагировала, провели определенные действия, выяснили, что по акценту, по говору, что это не чеченец. Помогли, большое спасибо гражданину господину Кадырову и представителям чеченской диаспоры в Тульской области. Надеемся, что больше этот преступник не проявит себя. Было обращение в представительство Рамзана Ахматовича по Тульской области, после чего мы отреагировали, разговаривали и пытались на чеченском, и по акценту мы поняли, что это не чеченец. Мы и дальше продолжим контакт с людьми, будем помогать, и всегда, чем можем, мы поможем.